Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Времечко здесь и сейчас в прямом эфире. Добрый вечер, друзья. Продолжаем обсуждать насущные актуальные темы. Напомню, телефон нашего прямого эфира 35 55 00. Сегодня мы будем давать советы кредитным должникам. Все, что связано со всевозможными вопросами по этой теме, вы можете направлять нам. Наш сегодняшний гость обязательно на все ответит. А в гостях у меня сегодня Елена Фасахова, руководитель агентства защиты прав заемщиков, помощник депутата, член экспертного совета Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Юля. Сегодня у нас вот такая экономическая опять страничка. Еще раз напомню, 35 55 00. Звоните, мы будем сдавать сегодня советы у того, у кого есть задолженности по кредитам. Но есть у нас такая проблема, да, очень закредитовано наше население. Так вот, летом показатели составляли 16 триллионов рублей. Вот я нашла такие цифры. Население берет новые займы, чтобы погасить старые, и вот так вот по кругу идет и идет. Есть даже такие случаи, когда люди берут кредиты, чтобы что-то купить необходимое, удовлетворяют себя, и потом становятся даже посетителями клубов анонимных должников. Слышали что-нибудь такое? Нет. Вот, ну, я вот прочитала, готовилась к эфиру, что, оказывается, есть сегодня и такие клубы анонимных должников. Елена, почему сегодня такая высокая закредитованность у нас в обществе? Ну, факторов на самом деле очень много. Я думаю, что основная проблема, то есть она тянется годами, и пик закредитованности был в 2014 году, когда, можно сказать, гражданам направо и налево, даже с плохой кредитной историей, раздавали кредиты и займы. Причем, ну, то есть не обращая внимания на кредитную нагрузку, то есть если у человека, к примеру, доход 20 тысяч рублей в месяц, и там у него уже за плечами 5 там, и более кредитов, то новый кредитор, даже закрыв на это глаза, выдает новый кредит, уже заведомо понимая, что это в принципе неисполнимо. Вот. У меня, к примеру, в практике, я всегда этот пример привожу, была семья, значит, у них было около 30 действующих потребительских кредитов и еще ипотека. Вот. То есть они вот настолько запутались, что пришли ко мне на прием, высыпали в один прекрасный момент эти карточки пластиковые. То есть я попросила составить список кредиторов, и они уже даже сами не могли вспомнить, сколько они брали кредитов. И не сказать, что да, конечно, есть категория добросовестных, есть недобросовестных должников. Те причины какие? То есть люди, во-первых, не соотносят свои доходы и расходы, так, как сказать, красиво жить не запретишь. Некоторые, да, хочется все поддаются сейчас, сиюминутному и, да, желанию, заходят в магазины бытовой техники, видят там большие телевизоры, там, хотят айфоны там, приобрести там, и так далее. Вот, бывают случаи, конечно, и не зависящие от граждан, когда люди теряют работу, обращаются в банки им что отвечают? Ну, бери новый кредит, закрывай старый. То есть вот этот бесконечный круг, и люди не могут выбраться из этой кабалы. Ну, а чем вот все-таки, давайте акцентируем внимание, объясняется желание жить взаймы? Вот это пофилософствуем немножко, да, вот у людей. Но это же не только в нашем обществе, наверное. Ну, я бы не сказала, что кредит – это зло, да, и займ. То есть, в принципе, бывает и в моей практике часто обращаются предприниматели, которые берут деньги для развития бизнеса. То есть есть предпринимательские риски, когда бизнес не пошел, там нет ожидаемой прибыли, и там все рушится, и нет денег отдавать кредиты. То есть факторы, я как уже сказала, бывают разные. Вот. И единственное то, что ну, как бы, жить взаймы не является недостатком человеческой сущности, но в любом случае, когда то есть это желание, оно должно быть осознанное и разумно. То есть подход к заимствованию должен быть разумный, потому что ты, когда берешь деньги взаймы, хоть у соседа, хоть у банка, ты должен понимать, что придет срок в тот день, когда эти деньги нужно будет возвращать. И возвращать не просто там 100
100 тысяч, а 100 тысяч плюс проценты. Вот. Часто люди и заемщики заблуждаются в том, что говорят, вот я же взял 100 тысяч, я уже эти 100 тысяч давно выплатил, что они от меня хотят, почему они меня, мне звонят, требуют вернуть долг, я уже давно все погасил. То есть, ну вот как бы даже такие встречаются заемщики, которые даже не читают ни документов, не соотносят своих доходов и расходов, то есть не понимают то, что деньги чужие нужно возвращать. Можно сказать, что тут финансовая безграмотность, ну, да, элемент. Но об этом мы поподробнее еще поговорим в будущем. Есть у нас сегодня такое понятие – кредитная история, кредитная биография, можем да, обозвать. Вот как не испортить эту самую кредитную историю? Когда она начинается? Она начинается с момента получения оформления первой кредитной сделки или оформления договора займа у профессионального участника финансового рынка. То есть это может быть микрофинансовая компания, вот, к примеру. Значит, как не испортить? То есть самый главный совет – это не допускать просрочки. То есть что такое просрочка? Это есть договор, есть сроки, указанные в договоре, есть график платежей. То есть в определенный день, в определенную дату заемщик должен оплатить кредит. То есть многие начинают платить там на следующий день, уже опаздывают на один день, либо там вносят меньше там, на 100 рублей, на одну копейку. Это уже данная информация заносится, пускай она там не так серьезно отражается на кредитную историю, но тем не менее она попадает и уже как бы негатив является оставляет. Неким сигналом для кредитора, если ты берешь, то есть на, как сказать, негативно отражается на твою финансовую дисциплину, показывает, что ты не дисциплинированный заемщик. Ну, так как сегодня банки более тщательно, вот мы заметили, да, рассматривают вот эту кредитную историю, то получается, что все-таки вот не как раньше, да, каждый второй может получить сегодня кредит. Вот тут вот мы можем, хотя банку, конечно, выгоднее заработать, но тем не менее вот не пытаются уже сегодня, да, вогнать людей вот в эту кредитную кабалу. Есть ли такое? Да, более того, 1 октября текущего года у нас вступили в силу поправки, значит, которые были разработаны на основании поручения президента. Я как представитель Общероссийского народного фронта, мы в свое время инициировали эти поправки, то есть когда указали президенту, что есть такая проблема, что банки, закрыв глаза, раздают и кредитные организации заемщикам, которые уже в принципе не в состоянии платить. То есть эти поправки говорят о том, что сейчас, когда кредитор выдает новый кредит, он должен оценивать то, что за плечами у заемщика. То есть если у него его... И причем тщательно отслеживать все. То буквально. Есть если у него уже за плечами огромное количество кредитов, он уже не имеет права, он несет за это ответственность, за выдачу такого кредита. 35-55-00. Мы сегодня рассматриваем кредитные истории, ваши в том числе, уважаемые телезрители, все вопросы касательно этого. Если у вас есть какие-то проблемы, вы можете задать сегодняшнему нашему эксперту. На несколько минут прервемся, ждем ваших звонков и вопросов. Времечко, магнитогорское времечко, здесь и сейчас в прямом эфире, и мы сегодня даем советы кредитным должникам, принимаем вопросы на телефон 35-55-00. До нас дозвонился Виктор Петрович. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте свою историю, что вы хотели. Ну, у меня такая история. Жена у меня, пенсионерка, она в апреле месяце этого года взяла в банке МТС, банк, кредит. Кредит стоимостью 10 тысяч небольших на покупку смартфона. В общем, они ей там, как говорится, уши затерли. Стучили самую дорогую банковскую карточку на 900 рублей, платиновую. Сказали, что банк не пропускает. А банк у нас в городе его нет, а он находится в Москве. А здесь, в континенте, при этом, при колонии. Виктор Петрович, в чем суть проблемы у вас? Вот давайте конкретно. Они все вот эту вот карточку стучили, потом... Получается, что на полгода около 6 тысяч надо заплатить при сумме кредита 10 с копеечками, около 6 тысяч. Ну, а когда супруга брала кредит, ей же давали бумаги, наверное, подписывать, там же были прописаны вот эти все проценты. Ну, вот так все заговорили ее, и ну, она вот... все это подписала. А домой, когда пришли, мы все это разобрали, и... И сейчас у вас что получается? Вы какую сумму должны за этот смартфон?
И, ну, мы это все уплатили быстренько. Угу. Мы меньше, чем за 2 месяца. Они, короче, нас... Первый платеж мы пошли через месяц платить, первый платеж. Мы его заплатили, первый платеж. Ну, то есть вы не дали банку вас вот так вот облапошить, да, обобрать? Взять у нас максимальную сумму. Обобрали, они нас обобрали. Но вы расплатились успешно, да, Виктор Петрович? Да, закрыли чтобы кредит. Потом в дальнейшем на нас... Да, ну, спасибо, Виктор Петрович, за звонок. Вот в другой раз будьте, пожалуйста, внимательны, читайте бумаги, смотрите, как говорят, вот все, что написано мелким шрифтом. Спасибо, до свидания. Вот один из моментов и советов, mm-hmm. да, тем, кто берет кредит и оказывается вот в нелепых таких ситуациях, это быть внимательными. Mm-hmm. Вот внимание здесь, да, это главное. Да, самое главное, когда берешь кредит, просто нужно посмотреть график платежей, ту сумму, которую ты переплачиваешь. Вот и все. Просто люди действительно часто приходят домой и обращают внимание после того, как уже подписаны документы, сделка согласована. Mm-hmm. Вот давайте уже конкретно перейдем к этой угу. теме. Что первым делом нужно делать, если кредитор осознал свою неплатежеспособность? Должник, наверное. Да, ой, должник, да, свою неплатежеспособность. Ну да, то есть вбить в колокола нужно, как сказать, заранее, можно так сказать. Многие люди боятся, скрываются в панцире, думают, что проблема, как сказать, рассосется. А еще бывает, начинают менять телефоны. Меняют, да, телефоны, да. Вот либо, это вообще глупо, да? Да, это глупо, но какой основной совет? Не нужно ничего забояться, у нас законодательство достаточно хорошо прописано и защищает интересы заемщика, поэтому в первую очередь, как только вы осознаете, что будете выходить на просрочку, либо там задержат зарплату, либо ты уже потерял работу, в следующем месяце никак не сможешь рассчитаться с кредитором, первый шаг, который нужно сделать заемщику, это обратиться в письменной форме, не в устной, а в письменной форме в банк, ну или в кредитную организацию, где был оформлен кредит-займ, заявлением о простой свободной форме, о реструктуризации задолженности, либо просто о пересмотре порядка погашения задолженности. То есть говорит, что я на сегодня там не платежеспособен, либо мои доходы не позволяют в ту сумме, которая указана в договоре. А вот словесно этому может банк поверить, то, что ты пишешь? Не нет, нужно вот не прикладывать никаких нет, справок, лучше документов. В письменной форме, потому что очень часто люди приходят и говорят, ну банк мне отказал, я вот сколько ходила, оббивал пороги, и мне ничего, то есть никакой помощи не предложено. Потом же, ну то есть у нас все любые доказательства, которые потом всплывают и в суде, или в досудебном, они должны быть подтверждены. Нет, я имею в виду угу. к этому заявлению, не прилагаются никакие документы. А, да, потому конечно. Что можно же сказать, там, нет, нет, я конечно, не могу да, платить, ты мог, а на обязательно самом деле, нужно да. приложить правильный вопрос, значит, либо копию трудовой книжки, справку 2 НДФЛ, справку о доходах, о том, что если ты предприниматель, то это может быть налоговая декларация о том, что твое материальное положение ухудшилось, и ты действительно там не придумал эту историю, что ты просишь как добросовестный заемщик рассмотреть твою проблему и пойти к тебе навстречу. Единственное, конечно, могу сказать, что, к сожалению, в действующем законодательстве, в отличие от зарубежного опыта, у нас реструктурировать задолженность – это право, а не обязанность банка. То есть банк вправе пойти навстречу заемщику. Ну и за исключением ипотечных каникул, которые у нас начали работать с этого года. Вот. Поэтому в любом случае с добросовестностью нужно свою проявить. Далее, если банк не пошел навстречу, ну, платить нужно только так же продолжать, то в тех суммах, хотя которые... Хотя бы сколько можешь. Хоть сколько да. можешь, да. В последующем, ну, в любом случае, если ты платишь, к примеру, вместо 10, там, 1000 рублей, в той сумме, какой ты можешь оплатить, банк вправе, это ненадлежащее исполнение обязательств, банк вправе обратиться в суд и взыскать задолженность в судебном порядке в полном ну, объеме. Вот, если он обращается в суд, вот здесь если дело делать? Доходит до суда, да, то есть об этом заемщик может узнать двумя способами. То есть либо это приходит судебная повестка на адрес регистрации, адрес проживания гражданина, либо это, значит, может быть вынесен судебный приказ, то есть это упрощенный порядок рассмотрения спора. Часто вынесение судебного приказа граждане не знают, потому что он достаточно быстро проходит, угу. стороны не являются в суд, а судья, вот пришли ему бумаги, прошу взыскать. Угу. Он принял решение. И он да, угу. ударил молотком и вынес судебный приказ. И, как правило, взыскатели банки берут этот приказ и бегут сразу к приставам. Приставы арестовывают угу. быстренько угу. счета должника. Ну вот тут как себя вести? В этом случае, куда? Да, то есть гражданин бывает часто обращение узнает, когда уже арестовали заработную плату или доходы должника.
То есть нужно, по закону можно этот приказ отменить в течение 10 дней с момента его получения. Ну, то есть нужно все держать под контролем, да, в это время, угу, не отвлекаться. Угу. Ну а вот если есть просрочка, уже начисляют пеню, угу, но еще вот в суд банк не обратился. Вот, угу, тут какие действия? Ну, в законе у нас указано, что нельзя начислять просрочку, вернее неустойку, или штрафные санкции, ну, космические. То есть законом она, этот размер ограничен. То есть если дело доходит до суда, но он рано или поздно дойдет до суда, то заемщик вправе просто прийти, обязательно лучше прийти в суд и сказать, что данная неустойка, она высокая, и прошу ее снизить до разумных пределов. Почему? Потому что я ранее обращался к банку, я никуда не скрывался, вот оно заявление, угу, вот там почтовая квитанция или отметка банка о принятии, угу, вот документ, подтверждающий мою, ну, уважительность причины не и оплаты кредита своевременно. Вот. И ну, как сложилась судебная практика, что суды, они встают на сторону заемщика и снижают размер удержания. Бывают и другие случаи, когда не только неустойка начисляется, но когда банк нарушает порядок погашения задолженности. То есть у нас в законе четко указано, если ты вышел на просрочку, потом, допустим, в следующем месяце принес 10 тысяч, внес в кассу, и часто банки списывают в первую очередь в неустойку, потом, ну, да, ну то есть ты, получается, угу, у тебя копятся эти огромные штрафы, ты приносишь деньги, у тебя все эти деньги сгорают в штраф, а не в счет погашения кредита. Вот этот порядок тоже можно оспорить, его легко проверить, можно заказать выписку по счету в кредитной организации. Увидеть, а что... это неправомерно? Или это... Да, это неправомерно, нарушение статьи 319 Гражданского кодекса, значит, нужно в суде заявить это ходатайство, ну или просто заявить, что банк нарушил там порядок погашения задолженности, он списывал все в штрафы, вот, и просто взять на калькуляторе, посчитать, какие суммы должны были там уходить, и суд опять же примет решение в пользу заемщика. 35-55-00, все вопросы касательно кредитных ваших историй вы можете задать нашему эксперту, еще есть время, дозванивайтесь в студию прямого эфира. Ну и теперь вот отдельным таким столпом у нас тема коллекторов, когда банки обращается к коллекторам. Uh-huh. Давайте вот здесь дадим советы uh-huh. телезрителям, как себя вести, если вот уже банк передает ваше дело коллекторам. Uh-huh. Ну, на самом деле, ситуация не так плачевна, как она была раньше. То есть раньше у нас правила игры и работы с должниками коллекторов, они никак не были регламентированы. Уже как бы достаточно долго работает закон о регулировании коллекторской деятельности, где четко прописаны правила игры и правила взаимодействия. Кроме того, все разговоры обязаны коллекторы записывать, и в любой момент их разговор могут изъять и прослушать на предмет законности общения mm-hmm. с должником. И установлены строго в этом законе правила, значит, это время разговора с должником, то есть нельзя беспокоить должника во внеурочное время, то есть, к примеру, выходные с 9 до 8 вечера, в будни с 8 до 10 вечера. Запрещено угрожать, оскорблять и, там, к примеру, работать через работодателя, оказывать психологическое воздействие через родственников, близких, то есть только напрямую через должника. Если такие случаи происходят в практике, к сожалению, они периодически случаются, но, как правило, это речь идет не ну, каких-то нелегальных участников рынка, которые либо часто бывает, что сами кредитные организации нарушают это требование. Почему? Mm-hmm. Потому что Кодекс об административных правонарушениях указал, что штрафовать за нарушение таких правил можно только микрофинансовые компании, коллекторские, но не банки. То есть, если, к примеру, сотрудник банка тебе позвонил и начинает угрожать и оскорблять, то вот у нас такой пробел существует. Но этот пробел сейчас уже отрегулирован, внесен в Государственную Думу законопроект Министерством юстиции, и данная проблема будет в ближайшее время снята. Вот. Что делать? То есть, если жалоба поступает, в первую очередь нужно все фиксировать, то есть недостаточно просто голословно где-то написать, угу. что мне угрожали. То есть нужно записать на диктофон, сохранить смс-сообщение. И жалобу нужно оформить в надзорный орган. Таковым является Федеральная служба судебных приставов. То есть у них есть на сайте интернет-приемная в свободной форме оформить жалобу и приложить доказательства. 35-55-00 про кредитные истории, про кредитные ваши проблемы мы сегодня говорим, даем вам советы. Звоните. Сейчас посмотрим сюжет, а потом вернемся в студию прямого эфира. Вам знакома такая ситуация? Налет на мамин кошелек. Мамуль, бабосы мне подкинь. Именно карманные деньги ребенку позволят
понять, что такое расходы, спланировать их, понять свой бюджет и откуда приходят деньги и как они расходуются. Это первый этап знакомства с финансами и с экономикой. Как определить, можно ли уже давать карманные деньги? Используйте универсальный тест. Попросите ребенка, у которого есть богатый опыт посещения магазина с родителями и понимание, что и сколько стоит, сходить за покупками самостоятельно. Если он все покупает правильно, сдачу не забывает взять, значит и карманными расходами готов распоряжаться. Денежные отношения между родителями и детьми должны строиться не на том, что кто-то приносит какую-то пользу. Это должны быть, собственно, финансирование родителями своих детей, потому что мы должны обеспечить их жизнь, пока они маленькие, пока они сами себя не могут обеспечивать. И за учебу платить тоже бы, тоже кажется, что это не очень хорошо, потому что ребенок должен мотивироваться чем-то другим, своим желанием стать успешным, своим желанием порадовать родителей. Подарите копилку, да не простую, а с намеком. Хотите, чтобы ваш малыш цену деньгам знал? Игра вам в помощь, но не на деньги, а в деньги. Настольные игровые манипуляции. А вот такие игры уже опасны для жизни. К подросткам особо денежный подход. Особенно детям, не очень взрослым, на долгую перспективу крупные суммы выдавать не стоит, потому что у них просто нет навыка еще их тратить, эти денежные средства. А вот и детям, которые постарше, ну, наверное, такой хороший период – это неделя, когда вы выдаете на неделю денежные средства, и они их тратят. И делайте это среди недели, чтобы получение денег не ассоциировалось с подведением итогов учебы и поведения за неделю. А вы что скажете, товарищ психолог? Еще один вопрос – контролировать ли? Вот, если родители жестко контролируют, то нет смысла в карманных деньгах. То это вот мы тебе дали, купи хлеба, он купил, верни сдачу. Поэтому контролировать желательно только какие-то крупные покупки, если ребенок копит там на велосипед или на какую-то технику. Можно посоветоваться. И мнение родителя должно быть больше такое, ну, я предлагаю, я высказываю свое мнение, а последнее слово за ребенком. Мне родители выдают карманные деньги, ну, раз, два-три раза в неделю. Я их трачу на прогулки с друзьями, на кино, ну, фастфуд иногда ходим. Что поделаешь, растущий организм, а что там еще растет? Личность, ее тоже ущемлять нельзя, иначе трудно будет к взрослой жизни чаду адаптироваться. Хорошим решением в семье было бы взаимное проговаривание, согласование доходов и расходов. То есть ребенку желательно посвятить время, родителю, чтобы ребенок смог рассказать, а что же он планировал сделать на этой неделе, в ближайшие дни или даже на целый месяц, и какие деньги он бы хотел потратить вот на свои нужды. Тогда и родитель увидит, куда ребенку интересно тратить деньги. И ребенок должен в ответ услышать, что, например, семейный бюджет каких-то вещей не может позволить, а что-то может. И вот это взаимное обсуждение таких расходов, оно сблизит родителей и ребенка, потому что они больше начнут понимать друг друга даже в личном плане, а не только в этих финансах. В этом вопросе, конечно, помощь родителей еще бы заключалась в том, чтобы рассказать ребенку, откуда произошли деньги, почему вообще человечество их использует, и рассказать, что на самом деле денежные средства – это не цель жизни человека, а денежные средства, они обслуживают обмен между людьми вот различными благами. Кто-то их создает и продает, кто-то покупает, и для этого нам нужны деньги. Вот эти вопросы тоже бы было важно осветить для ребенка. И с одной стороны, это и финансовая грамотность, и с другой стороны, ему бы стало понятнее, что происходит. А золотое правило «не бери в долг» одинаково работает вне зависимости от того, сколько тебе лет – 7 или 70. Потому что берешь чужие деньги на время, а отдаешь свои и навсегда. Магнитогорское времечко здесь и сейчас в прямом эфире. Есть у нас телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Рассказывайте свою историю. Мы внимательно слушаем с Еленой вас. Алло. Алло, здравствуйте. Я вот хочу рассказать свою историю. Да, вот у меня сын, он взрослый уже парень, не женат, живет со мной на моей площади. Они, как
Он зависимый. Я не буду говорить, какой вид зависимости, алкогольный или там, это, ну, все подряд, короче. Парень, сейчас он получается без работы, перебивает случайными заработками. В свое время он потерял работу. Когда он потерял работу, у него еще была вот эта справка, что он работал. Он набрался кредиты во всех банках, в которых можно было. Банки, то есть вот эти микрофинансовые организации. Он и раньше брал, я погашала его кредиты. Я ходила туда, просила девочки, пожалуйста, поставьте в черный список. Девочки, вытаращив глаза, говорят, у нас такой услуги нет, мы не можем это ничего сделать. И все-таки выдавали. Теперь он должен всем, и понимаете, на 1000, которую он взял микрофинансовую эту, присудили 10 тысяч. Во-первых, меня 3 месяца терроризировали эти все банки. Это вот просто ужас был. Я работаю посменно, да, это ночь, полночь. Днем они звонили, им было плевать. И даже угрожали, хамили, ну, всякое было. Я ставила в черный список, игнорировала. И я, знаете, еще такая вот слышная же, да, что я болтушка, как говорится. Я их сама тоже терроризировала, перестали они меня трогать. Теперь идут письма, вот эти, что они сюда придут, что у меня что-то тут арестует, и все. Я вот единственное, меня волнует то, что главное, чтобы мою жилплощадь, квартира принадлежит мне, он у меня зарегистрирован. Ну, чтобы еще и не потеряли жилплощадь. Да. Да. Ну, да. Вы вот сейчас на какой стадии, что бы вы хотели услышать от нашего эксперта? Куда обратиться? Я вот, знаете, вот увидела рекламу, вот признаем банкротом. Вот, я туда звоню, они говорят, надо, чтобы 300 тысяч или 200 тысяч было. Ну, вот в эти организации, наверное, совсем не стоит обращаться. Да, у нас не очень много времени, телезрительница попросила не представлять ее. Спасибо за звонок, давайте мы вот уже вам ответим, или вы еще что-то хотите сказать? Все, отключилась. Да, ну, что давайте, можно коротко посоветовать заемщику? Это в первую очередь, ну да, один как из вариантов, это банкротство в случае неплатежеспособности. Конечно, ту сумму, которую озвучила телезритель, это достаточно большая. Есть установленные расходы, которые прописаны в законе, это 25-10, там и иные почтовые расходы. 25 тысяч – это оплата вознаграждения арбитражного управляющего, 10 – это публикация. Там, и, ну, то есть не такие суммы. Также, ну, если есть необходимость, телезрителям и телезрительницам можно рекомендовать обратиться в нашу общественную организацию. Мы оказываем бесплатную консультационную помощь, в том числе по процедуре банкротства. Как и куда обратиться? Давайте как назовем, это... куда обращаться это нужно? Да, значит, наш телефон 45-40-48, это телефон горячей линии, в общественную организацию Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг. Запись по телефону. Также хотела бы успокоить телезрительницу, что квартиру она не потеряет, потому что она не является поручителем и созаемщиком, квартира не является предметом залога у кредитных организаций, только сын отвечает за те долги, которые набрал. Вот. И если поступают угрозы, требования по взысканию, то, как я уже еще раз повторюсь, что сама мама может обратиться в Федеральную службу судебных приставов с жалобой, прикрепить эти письма, либо смс-сообщения о том, что ее беспокоит. Да, ее беспокоит. Uh-huh. Ну вот давайте, вот у нас и сюжет был, посвятим еще несколько минут тому, что согласны ли вы с тем, что с детства все-таки нужно заниматься вот воспитанием финансовой грамотности. Ну да, закладывать. Что самое главное. Я вот соглашусь с мнением психолога в сюжете о том, что не должно быть это навязано, должно быть это, во-первых, в игровой форме и самое главное, ограничивать стихийные покупки у детей. То есть многие родители проявляют свою любовь тем самым, что забрасывают подарками или какими-то вещами, начинают баловать детей. То есть нужно с детства прививать, что деньги нужно зарабатывать. И какие-то вещи, если покупаешь, то они должны быть жизненно необходимы. А можно ли приучить копить? Деньги. Не можно, а нужно. Нужно, да. Да. То есть должна и, наверное, быть дома красивая вот копилка. Дадим такой еще совет. Прежде чем брать кредит, наверное, нужно потренироваться несколько месяцев. Да. Вот, думать, ты получаешь зарплату, сможешь ли ты отдавать ценную сумму кредита. А может быть, за это время даже у вас получится накопить самим. Да. Спасибо. Спасибо вам за внимание, уважаемые телезрители. Берегите себя. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».